Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые мазыряне и гости нашего города! Сегодня вся наша страна отмечает главный праздник белорусской государственности – День независимости и 80-ю годовщину освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Этот день 8 десятилетий назад стал настоящим свидетельством героического мужества партизан, фронтовиков, тружеников тыла, которые освободили страну от фашизма и отстояли независимость Родины. 3 июля – исторически важная дата в судьбе нашей страны, ставшая для нас символом мира и свободы. Символом, объединившим наш народ главными фундаментальными ценностями. Мирным небом над головой, счастьем и согласием в каждой семье. И, конечно, любовью. Любовью к родной Беларуси. С праздником, уважаемые мазыряне! С Днем независимости! Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену председателя Мозырского районного исполнительного комитета Елену Федоровну Павлечко. Депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Оксану Михайловну Ковалькову. Депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Аллу Валерьевну Науменко. Это молодая, красивая, независимая страна, у которой есть традиции, богатое культурное и духовное наследие. Это государство с героической историей, которой мы гордимся. Это край сильных духом людей, ученых и поэтов, врачей и учителей, защитников Отечества и тружеников. Это место, где можно насладиться красотой природы и знать, что над тобой всегда мирное небо. В этот праздничный день всей страной мы говорим тебе: мы любим тебя, Беларусь!
Сегодня Беларусь празднует важную дату – 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Гордиться победой и помнить об уроках войны, жертвами которой стали десятки миллионов людей – главный лейтмотив этой даты. Выросли новые поколения. Для них Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую и трагическую страницу летописи нашего государства. Ты куда нас привел? Здесь какая-то разруха. Да, это старый дом под снос. Может, что-нибудь на чердаке интересное найдем? О, смотрите, какой-то старинный чемодан. Здесь какие-то старые бумаги, пожелтели все. Почитаем, почитаем. Милая Тонечка, это последнее мое письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас фашисты. Весь день отбиваем атаку. Сегодня шестой день войны. Мы остались вдвоем, Павел Абрамов и я. Мы не думаем о спасении своей жизни. Мы воины и не боимся умереть за Родину. Твое фото лежит у меня на колене. Я гляжу на него, мне становится легче. 22 июня, когда объявили войну, я паду. Когда вернусь, когда увижу тебя. А может, никогда. Ведь война. Ребята, да это же фронтовые письма. Как они здесь оказались? Если они здесь, значит, до адресатов они так и не дошли. Давайте прочитаем их сегодня. Это же наша история, наша память. Здравствуй, дорогая мама. С первых строк хочу попросить у тебя прощения. Я без разрешения закончила курс медсестер. Я не могла поступить иначе. Ведь я и мой папа, и мой младший брат ушли на фронт. Прости, что я ушла без разрешения, без твоего благословения. Но я молю тебя простить, ведь я, как и ты, как и многие сотни других, помогаю защищать отчизну. Мы не пустим фашистов и не отдадим им родину. Я люблю тебя, мам. Как же много таких девочек ушло на фронт. Но разве об этом они мечтают? Сколько же разных судеб спрятаны в этом чемодане? Вот одна из них. Дорогая мама, пишу в надежде, что найду тебя и смогу низкий поклон тебе отдать за мое спасение. Свою настоящую мать я не знаю, но ты та, которая спасла мне жизнь и стала для меня самой родной. Я надеюсь, что встречусь с тобой, ведь мы победим. Мы обязательно победим. И мы победили. Мы выстояли. Мы смогли. Здравствуй, дорогая Клавочка. Победа наша, Клавочка. Войну закончили 8 мая. 9 мая праздновали победу. Радости, конечно, нет предела, ведь Родина стала совсем близка. Гнет войны мы сбросили с плеч. И наступило время счастливой, мирной, трудовой жизни. На этом заканчиваю. Пока. До скорого свидания. Твой Василий. Мы не слышали взрывов бомб. Не стояли холодными ночами за хлебом. Мы не знаем, что такое похоронки. Но знаем, что почти в каждой семье кто-то погиб или пропал без вести. Мы благодарны ветеранам Великой Отечественной войны за победу, за наше радостное детство. Мы благодарны всем, кто, не жалея себя, отдал все силы в борьбе за нашу счастливую жизнь. Мы обещаем, сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить о подвиге героев той войны. Не молчите,
Только не молчите, люди. В памяти строка пускай длиннее будет. Выжженные дни, сложенные в годы, отдали они за твою свободу. О победе можно петь любым встречным. Жаль, что наши деды не живут вечно. Век один ушел, пусть новый век. Только не молчите, люди. Восемьдесят лет наш народ не знает этого страшного слова «война». На белорусской земле было сожжено, разрушено и разграблено 209 городов и районных центров, 9200 деревень. Но самой болезненной и тяжелой потерей явилась гибель людей. Беларусь всегда будет помнить тех, кто освободил мир от фашистской чумы. Непобежденным, непокоренным, бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается. На площади Мазыряне с портретами своих близких, отцов, дедов, прадедов. Вот все герои, кто в годы войны защищал родину от врага. Они должны пройти победным строем. Слава героям Великой Победы! Слава! Победа рождалась в слезах матерей, на фронт провожавших своих сыновей. Сожженных пшеничных полях, в землянках глухих партизанских лесах, как страсть закалялась победа в огне, и фронта на каждом шаге, и в грохоте взрывов, и в блеске наград, которые счастью ты принял солдат. Цветы и внуков, и правнуков строй.
душ сомкнулся. Не дай Бог увидеть им в новой войне. Помни, Беларусь, помни, поймем на свет, помни, кто принес победу, кто пример для нас. Республики, потерявшие в годы войны каждого третьего своего жителя, освобождение родного края летом 1944 года явилось долгожданным и важнейшим событием. Это оказалось возможным в результате крупнейшей стратегической операции «Багратион», вошедшей в учебники как самая успешная наступательная операция 20 века. Разгромив врага в Белоруссии, советские войска подошли к границам нацистской Германии и в 1945 году одержали победу в войне. В операции участвовали войска четырех фронтов. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Рокоссовского. Войска 2-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Захарова. Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-лейтенанта Черняховского. Войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна. А также воины Днепровской военной флотилии и партизаны. Площади штандарты фронтов, освободивших Республику Беларусь. Штандарты несут
военнослужащие Мосульского пограничного отряда. Десятилетий назад нашим отцам, дедам и прадедам пришлось свершить величайший подвиг, чтобы подарить нам всем мир и свободу. Сегодня и впредь дети и внуки героев той далекой войны призваны не допустить на нашей земле повторения тех страшных дней. И сейчас, глядя на них, мы с уверенностью можем сказать, что наша мирная жизнь под надежной защитой. Слово предоставляется председателю Мозырского районного исполнительного комитета Елене Федоровне Павлечко. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые мозыряне и гости нашего района, сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником Днем Независимости Республики Беларусь и 80-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Глубоко символично, что белорусский народ именно эти две даты неразрывно связал воедино. Мы помним, что Великая Победа и независимость нашей страны была добыта огромной ценой, оплачена жизнью миллионов сограждан. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения мужеству, отваге и героизму тех, кто в огне сражений ковал победу, кто жил, боролся и работал с одной мыслью – разгромить врага.
Труден и долог был путь к 3 июля 1944 года. 4 года, 1418 дней и ночей продолжалась невиданная в истории человечества героическая битва и всенародное сопротивление захватчикам. Беларусь первой приняла на себя удар врага, став живым щитом на его пути. Фашистские оккупанты развязали настоящий геноцид против белорусского народа, пытаясь уничтожить нашу национальную государственность, нашу экономику, нашу культуру. Немецкие захватчики и их пособники разрушили и сожгли более 200 городов и 9 тысяч деревень. Расстреливая, отправляя на верную смерть в концлагеря наших сограждан, гитлеровцы хотели уничтожить большую часть населения республики, а остальных превратить в рабов. Но никакие муки и издевательства не смогли вытравить из души народа любовь к Отечеству, лишить его воли к борьбе. Уже в первых приграничных сражениях враг встретил такое противодействие, которого не испытывал до этого ни в одной стране. На фронте, в партизанских лесах, в подполье росло мощное всенародное сопротивление. Именно в нашей стране был разрушен план гитлеровцев на скорую и легкую победу. Слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли. Но все с самого первого дня войны верили в победу, и это помогло нашему народу выстоять. 80 лет белорусский народ живет под мирным небом. 80 лет не гремят в наших городах взрывы бомб и залпы оружия. И сегодня мы с огромной благодарностью вспоминаем тех, кто участвовал в танковых сражениях и воздушных боях, кто поднимался в атаку и бил фашистов в партизанских отрядах. Мы отдаем дань уважения тем, кто бессменно трудился в госпиталях, на фабриках и заводах. И сколько бы лет ни прошло, мы будем беречь эту память по призыву сердца, совести и долга. Не менее значимым был подвиг и послевоенного поколения. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто поднимал из руин города и деревни, восстанавливал фабрики и заводы. Благодаря их заслугам мы сегодня можем по праву гордиться достижениями нашей республики. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда, примите нашу огромную благодарность и низкий поклон за этот праздник, за мирное небо над головой, за нашу свободу и независимость. Дорогие друзья, время ставит нас перед новыми вызовами, которые испытывают на прочность многие государства и союзы. И только вместе мы можем противостоять современным угрозам. Сейчас у нас с вами одна главная задача – добиваться реальных результатов, которые обеспечат экономический рост и высокий жизненный потенциал и уровень каждого гражданина. Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и счастливой стране. Дорогие земляки, благодарю всех, кто своим ответственным трудом, талантом, преданным отношением к делу вносит свой вклад в развитие Мозырского района и республики в целом. В этот светлый и радостный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов на благо нашей Родины и мирного неба над головой. С праздником! С Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения нашей Родины! Переходим к церемонии награждения. Юбилейный знак 80 лет освобождения Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков вручается Ещенко Леониду Викторовичу, начальнику Мозырского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Михаилу Владимировичу.
Владимировичу, члену Мозырской районной организации Общественного объединения ветеранов, почетному гражданину Мозырского района. Александру Николаевичу, военному комиссару Мозырского, Ельского и Норовлянского районов Гомельской области. Машинскому Михаилу Николаевичу, начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского районного исполнительного комитета. Бобру Александру Григорьевичу, председателю Мозырской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. Заместителю директора коммунального спортивного унитарного предприятия «Футбольный клуб «Славия Мозырь». Закуну Петру Семеновичу, директору коммунального полиграфического унитарного предприятия «Колор». Уважаемая Елена Федоровна, дорогие друзья, традиционное фотографирование для истории. Спасибо, уважаемая Елена Федоровна. Для церемонии награждения приглашаем депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Оксану Михайловну Ковалькову. Юбилейный знак. 80 лет освобождения Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков вручается Бобровскому Леониду Анатольевичу, директору государственного учреждения образования «Средняя школа номер 8» города Мозыря. Саламахе Анастасии Сергеевне, директору государственного учреждения образования «Средняя школа номер 16» города Мозыря. Телепню Сергею Валерьевичу, заведующему кафедрой истории и обществоведческих дисциплин учреждения образования Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. Лисовскому Леониду Альбиновичу, доценту кафедры специальной педагогики и методик дошкольного и начального образования учреждения образования Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. Судебор Ирине Леонидовне, старшему преподавателю кафедры белорусской и русской филологии учреждения образования Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. Острейко Елене Сергеевне, заместителю декана по воспитательной работе факультета дошкольного и начального образования учреждения образования Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. Щербин Марине Михайловне, заместителю декана по воспитательной работе филологического факультета учреждения образования Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. Уважаемая Оксана Михайловна, по традиции фото на память. Благодарим вас, уважаемая Оксана Михайловна. Для церемонии награждения приглашаем депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Аллу Валерьевну Науменко. Юбилейный знак. 80 лет освобождения Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков вручается. Лагун Инне Алексеевне, директору учреждения образования Мозырский государственный областной лицей. Кревскому Сергею Владимировичу, оператору технологических установок 6-го разряда нефтехимического производства открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Кренту Константину Алексеевичу, главному механику открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
Кравцову Николаю Николаевичу, слесарю по ремонту технологических установок 6-го разряда ремонтно-механического производства открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Токарскому Игорю Александровичу, оператору технологических установок 6-го разряда нефтехимического производства открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». И по традиции фото на память. Спасибо, уважаемая Алла Валерьевна. Парад, равняйся! Смирно! Торжественному маршу! Воротно! На 5 линейных дистанции! Направо! Вот! Равнение направо! Шагом! Марш! Военный парад открывают кадеты государственного учреждения образования средняя школа номер 15 города Мозыря имени генерала Евгения Семеновича Парадунова. За плодотворную работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школа награждена именным знаменем «Верность Отечеству». Учащиеся гордятся прошлым своей Родины, готовы честно служить и приумножать славу своей отчизны. Торжественным маршем проходят учащиеся государственного учреждения образования средняя школа номер 16 города Мозыря. При поддержке Гомельского областного управления департамента охраны Министерства внутренних дел в школе создан военно-патриотический клуб «Алмаз». Участники клуба – подрастающее поколение защитников, которое будет свято беречь мир, продолжать славные традиции старшего поколения. На площадь вступает сводный парадный расчет мозырских районных организаций, общественных объединений «Белорусский союз офицеров», «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы» и «Действующие офицеры». Все эти мужчины отдали служению Родины не один десяток лет. А сегодня, находясь в запасе и отставке, продолжают укреплять обороноспособность нашей отчизны и активно участвуют в увековечивании памяти воинов Великой Отечественной войны. В парадном строю воины Мозырской районной организации общественного объединения
Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. 452 уроженца Мозырщины прошли испытания на храбрость и самоотверженность в горячей точке вдали от родины. За мужественный героизм и выполнение воинского долга награждены орденами и медалями. Воины-интернационалисты активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи и являются для них примером любви к родине и защите Отечества. Парад продолжают военнослужащие войсковой части 48-694 военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, история которой начинается с ноября 1962 года. Военнослужащие части охраняют воздушное пространство Республики Беларусь, круглосуточно контролируют обстановку в небе и обеспечивают информационную безопасность в управлении воздушным движением. Торжественным маршем проходит личный состав войсковой части 81-223. Военнослужащие части выполняют задачи по обеспечению связи войск, расположенных в Мозырском районе. Связисты несут круглосуточное дежурство, обеспечивая непрерывную, защищенную от помех связь. Современная техника, состоящая на вооружении части, позволяет эффективно управлять подразделениями как в пунктах постоянной дислокации, так и в любой точке страны. За ними следует парадный расчет Мозырского пограничного отряда. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для пограничников. 22 июня 1941 года 83 тысячи защитников границы первыми приняли на себя внезапный удар фашистских полчищ. Занимая одно из ключевых мест в системе обеспечения национальной безопасности, органы пограничной службы надежно охраняют государственную границу и вносят весомый вклад в укрепление суверенитета нашей страны. На площадь вступает офицерский состав учреждения «Исправительная колония номер 20 Управления департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Погорельской области». В строю проходят сотрудники учреждения, отмеченные государственными наградами и знаками отличия за образцовое несение службы и выполнение служебных обязанностей. В парадном строю лучшие сотрудники Мозырского районного отдела внутренних дел и Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь, которые неоднократно были отмечены наградами и почетными знаками Министерства внутренних дел. В нелегких трудовых буднях, обеспечивая безопасность, сотрудники Мозырской милиции проявляют свое профессиональное мастерство и героизм. Завершает парад служащие Мозырского горотдела по чрезвычайным ситуациям. Проявляя мужество и выдержку, личный состав, рискуя собственной жизнью, ежедневно вступает в борьбу с огнем и иными природными стихиями. В 2024 году подразделения отдела совершили 234 выезда по тревоге. Мозырский отдел является одним из лучших подразделений Гомельской области. Прошла последняя колонна воинских подразделений. Мы уверены, что современное поколение защитников и впредь будет твердо стоять на страже мира, обеспечивая стабильность и безопасность на белорусской земле.
Долгожданный день освобождения стоил нашему народу неимоверных усилий и колоссальных жертв. Вернувшись к мирной жизни, вчерашние фронтовики, партизаны и подпольщики совершили еще один подвиг – трудовой, самоотверженно возродив наше Отечество ради будущих поколений. Благодаря им мы живем в обновленной, стабильной, успешно развивающейся стране, в которой наши дети счастливы и уверены в завтрашнем дне. Ведь самое главное для нас – видеть радость и улыбки наших детей, видеть, как они делают первые шаги, произносят первые слова, учатся писать, считать и с радостью бегут в школу. Перед нами будущее Беларуси, учащиеся образовательных школ города. Там, где вербы над рекой, клёкот двух слон над страхой, где садом духмяный пах, зихотить роса у поля. Политики нашей страны. Поэтому в Беларуси 2024 год объявлен годом качества. За 80 лет Беларусь совершила огромный технологический прорыв в машиностроении. Мы сумели сохранить и приумножить наш промышленный потенциал. На сегодняшний день более 80% машиностроительной продукции реализовываются за рубеж. Тракторы МТЗ, самосвалы БелАЗ, тягачи и автобусы МАЗ, легковые автомобили БелДжи, бытовая техника Горизонт, Витязь, Атлант, Лихвий, Могилев, Лифтмаш, комбайны Гомсельмаш, дорожно-строительная и лесозаготовительная техника Амкадор и другая многочисленная продукция наших флагманов ежегодно поставляется более чем 130 стран.
мира. Это позволяет отечественным предприятиям достойно конкурировать с европейскими и повышает узнаваемость нашего национального бренда «Сделано в Беларуси». На площади современная, мощная, высокооснащенная, сельскохозяйственная, коммунальная, строительная, лесохозяйственная техника предприятий и организаций Мозырского района. Исполнилось 120 лет профсоюзному движению страны. Такая знаковая дата еще раз подтверждает тот факт, что эта организация необходима людям в любые времена. Приветствую Мозырское районное объединение профсоюзов, входящее в Федерацию профсоюзов Беларуси. Это самая массовая общественная организация страны. Мозырское объединение профсоюзов всегда протянет руку помощи, решит социальные вопросы, отстоит права работникам, посодействует росту заработной платы, осуществит всестороннюю поддержку. Праздничное шествие возглавляет Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса. Приветствуем трудовые коллективы открытого акционерного общества «Мозырьсоль», коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхозкомбинат Заря», государственного предприятия «Мозырьские молочные продукты», государственного предприятия «Экспериментальная база клиничная», коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Козинки Агро», производственного унитарного предприятия «Мозырский завод ЖБИ номер 4», учреждение «Мозырское районное
ветеринарная станция. За ними следуют работники учреждений образования Мозырского района, представители Белорусского профсоюза работников образования и науки. Шествие продолжает профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма, который представляет трудящиеся филиалы учреждения образования Гомельское государственное училище Олимпийского резерва, учреждение образования Мозырский государственный музыкальный колледж, государственного учреждения культуры Мозырская центральная районная библиотека имени Пушкина. На площади Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений. Приветствуем трудовые коллективы Белгострах, представительство по Мозырскому району, территориального центра социального обслуживания населения Мозырского района, государственное учреждение Мозырский социальный пансионат «Живописный». Праздничная колония принимает участие работники учреждения здравоохранения, Мозырская центральная городская поликлиника и государственное учреждение Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии, представители Белорусского профсоюза работников здравоохранения. За ними следуют трудящиеся открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Ренспецстрой», открытого акционерного общества «Гомельтранснефтьдружба», представляющие профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Шествие продолжает профсоюз работников леса и природопользования. Приветствуем трудовые коллективы государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Мозырский опытный лескос», открытого акционерного общества «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», учреждение образования «Мозырский государственный профессиональный колледж геологии». На площади Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, который представляет трудящиеся коммунально-жилищно-унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз», республиканское унитарное предприятие «Мозырская фабрика художественных изделий» и «Мозырского водоканала». Праздничные колонии работники открытых акционерных обществ «Мозырпромстрой», «Мозырский домостроительный комбинат», «Полесье строй», представляющий Белорусский профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов. Уверенным шагом шествие продолжает Белорусский профсоюз работников транспорта и коммуникаций. Его представляют трудовые коллективы филиала «Автобусный парк номер 2» открытого акционерного общества «Гомель Обл. Автотранс», станции «Барбаро» и промывочно-пропарочные станции «Барбаро», Гомельского отделения Белорусской железной дороги. За ними следует коллектив филиала номер 317 открытого акционерного общества СБ «Беларусьбанк» в городе Мозырь, представляющий профсоюз банковских и финансовых работников. Шествие продолжает профсоюз работников связи. Приветствуем трудящихся Мозырского зонального узла электросвязи, Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» и Мозырского районного узла почтовой связи, Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта». На площади Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, который представляют работники следующих предприятий: торгово-унитарного предприятия «Припятский альянс», унитарного предприятия «Школьное питание» и открытого акционерного общества «Мозырская торговая компания Полесье». Приветствуем трудовые коллективы и филиалов Мозырская теплоэлектроцентраль, Мозырские электрические сети и Мозырское производственное управление «Мозырьгаз». Работники этих предприятий входят в профсоюз работников энергетики, газовой и топливной промышленности. Праздничное шествие завершает Белорусский профсоюз работников отраслей промышленности «Белпроммаш». Эту профсоюзную отрасль представляют трудящиеся открытых акционерных обществ: Мозырский машиностроительный завод, «Беларусь-Кабель», Мозырская швейная фабрика «Надекс». Желаем нашим профсоюзам дальнейших успехов в реализации поставленных целей и уверенного взгляда в будущее.
Беларусь – это наша родина, наш дом, наша земля. Земля мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И только мы, белорусский народ, несем ответственность за ее будущее. Давайте объединимся ради наших детей и внуков и приложим все усилия, оставим им Беларусь больших возможностей и великих свершений. Ведь мы сможем все, если мы вместе. Мы сможем все, если мы вместе. Если мы вместе. Только посмотри вокруг, сколько света белый луч до рассвета засиял. Мудрая, сплоченная, толерантная и устремленная в будущее нация. Мы гордимся нашей сильной, независимой страной, ее великой историей, героическими победами и достижениями. Мы спокойно и уверенно чувствуем себя на родной земле. Сеем хлеб, растим детей, делаем успешные шаги в развитии экономики, сельского хозяйства, образования, культуры, науки, спорта. Мы помним о прошлом, знаем настоящее и уверенно смотрим вперед. И это залог светлого будущего нашего суверенного государства, имя которому Беларусь. В этот праздничный день искренне желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в разном труде на благо Родины. С праздником,
Мазыряне! С праздником, Беларусь! С днем независимости!